Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю дальше покраску танка Т-72Б1. Краска хорошо высохла за эти дни. Были небольшие проблемы с компрессором. Поэтому, пока я его ремонтировал, прошло немного больше времени, чем я планировал. Вот так. Танк выглядит на данный момент. Буду краску мешать с краски Мистер Хобби H78 Олив Драп и Олив Грин, краска фирмы Томия XF58. Сейчас примерно намешаю, посмотрю, какой получается цвет, и буду красить. Развел, подготовил краску, и теперь начну красить днище танка. Краску развел жиденько. Слой должен быть не толстый, чтобы краска не закрыла нашу технику покраски черное-белое, или проще сказать, наш пришейдинг. Днище само по себе темное, поэтому его можно было красить не сильно разведенной краской. Но лучше лишний раз нанести лишний слой, чем перестараться.
Закончил красить. Немножко, друзья, все не докрасил. Опять какая-то проблема с компрессором. Буду разбираться. Ну, что успел покрасить. Вот так вот получается. Теперь дам подсохнуть. И после этого, наверное, еще высветлю краску белым и желтым. И пройдусь еще по выступающим частям танка более высветленной краской. Ну, пока дадим хорошо высохнуть базовому слою. Продолжать дальше над танком работать. На этом буду заканчивать это видео. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами на канале.